Хорош. Да ну нафиг, что я еще живой, в принципе, стою. Это уже невероятное достижение. Двигатель заряжающий. А, что? А! Что это было? Как это работает? Вы видели тут бред? Я такой стреляю в челика, он такой, типа, урон принимается, дым рассеивается, а его нет, а потом хоп и появился. Ёб твою ж мать. Друзья, хочу вам сообщить, что у меня появилась моя блогерская наклейка, которую вы можете получить, задонатив в Ротандере, в Красауте или в Энлистеде, что угодно, перейдя по моей реферальной ссылке. Она будет в описании. Также вы получите 3% скидку. А сама наклейка будет находиться в категории «Другое» логотипа. В общем, вы и сами сэкономите и меня поддержите. Также эта скидка плюсуется с теми, которые проводят периодические улитки. И всем приятного просмотра. Да ладно. Где ты, блин? Танканул лом. Слышь, мышь, давай-ка мы тебя затараним куда-нибудь. На, тебя тараном его об забор. Он хотя бы с технической стороны доработался до более-менее нормального состояния. Где-то хотя бы в противника можешь стрелять и попадать даже в него. Но вот такого вот урона у тебя, конечно, не будет. Как сейчас у меня был. Отличный просто. Королевский тигр. Критические повреждения. Стрелок, радист и пулемет выбитый. Зенитный. У меня задержки звука нет вообще никакой. Вообще отлично передается. Я снарядом Веллингтону попал в топливный бак. Ой-ой, его закрутило, завертело. Блин, я сбил Веллингтона, походу. Давай, падай. Падай! Чему он не падает? Вот он так крутанул жестко. Он что, из пикирования вышел? Блин, его лад 9 подсосал. Да чего, у меня натянулись руки. Первый выстрел просто гениально крутой был. Что он делает? Он просто тупо стреляет в забор. Молодец, конечно. Бак 40 пробил эту радиостанцию. Отлично. Зенитка стоит. Это Тор. Нифига, у него башня улетела. По-моему, это мой личный рекорд по отрыву башни. На такую высоту вообще жесткач. Газинкоин на кейс. $3.5 я потратил, то есть 3.5 газинкоина. Вроде кажется немного. Так оно и есть. Оу, МиГ-27. Слеклерчик спали. Меня захватил. Ох, я на ядерке сбил самолет. Хорош! Хорош! Лайк, ребят. Еще отбился на самолете на ядерном. Можешь лететь быстрее, пожалуйста. Я тебя прошу. Тебя умоляю. Тунгусская уй***я карта. Какой-то ее делал, блядь. Это, конечно, на уровне стандартов Вартандер. Вартандер. Не пробил взад башни М48. Снаряд на 200 пробоя. М247 меня забрал. Фугасным снарядом? Т-80УК? Слушайте, это очень интересно. Все нации были затронуты. Го!
гусеница с подкалибера. Я понял. Я понял. Классно, шикарно. Прям гусеница по БМП. Все, это весь урон с подкалиберного. Я его называю милицейский. На! Это полиция, антиэйр, полиция, ёпта. Нефиг тут летать. Пума-пума-пума. Пантерка. О! Пантеру в борт башни не пробил. Зашибись. С длинноствольного Шермана. Блин, я радиофугасы как назло не взял. Сука. Ну ладно, без радиофугаса обошлись. Нехрен тут летать и в меня стрелять. То, что надо. О-о, вертолет. Рикошет от Кайлера! Ах ты ж твою же мать! Да ёб твою, он меня еще и забрал. На тебе! Летун, пердун. Турель еще летает. Где он? Бля. Второй сбитый вертолет с флекса. Лал. Это выкинул. Рикошет от внутренней части ствола. Причем, кстати, урона не было. Он у меня в казённике застрял снаряд. За серебро скидки обычно 9 мая еще бывают. По-моему, это прекрасное попадание пантеры по ПТ-76 сейчас было. Я прям в восторге и очень хочу играть в War Thunder дальше. После такого. Она мне, кстати, это пробила в ответку. Вообще четко. Так, ну она все еще живая. Да, ПТ-76, друзья. Именно вот эта конкретная ПТ-76 отлично потанковала пантеру мою. Блин, сейчас его другой собьет. А каким раком я сбил своего, если я в него не попал? War Thunder, здрасте. Хера! Куда башня улетела? Боже, я не знаю, побил я предыдущий рекорд или нет. Надо будет потом сравнить. В подборке потом оцените. Да он сам себя закоцал, молодец какой. Цель не была повреждена. Такого у меня, я не помню, чтобы у меня было такое попадание по самолету, и цель не была повреждена. Ёб твою мать! Что это было? Как это? Что? War Thunder с тобой все в порядке. Стреляю. Ой-ой-ой. Ну, типичный тундра. Типичная тундра, да. Танк просто стоял, потом просто исчез. Ты выстрелил в пустое место, танк появился и уничтожился. Ну, нормальное явление в последнее время, кстати. Это киллкам артиллерии такой был. Ладно, окей. Это вот это и было. О, попадание в борт этим кумулятивом БТХ 7. Пробой 80 миллиметров. Вообще ничего не сделал.